Александр, как тебе чувствуется? У меня закончился хлопотиксен, без него я не могу спать, а мне нужно на работу вставать каждый день. А где работаете? Я работаю дворником в частной компании, ну, на улице. Угу. Официально трудоустроено? Нет. Не похудел, не поправился за последнее время? После того, как я перестал принимать метазопин, я еще пробежки начал делать. Там, я похудел с 86 до 78 с чем-то. Нет, ну можно. Можно так купить. Сейчас попробую. Два дня, если что, сможете купить? Да, да. Лена, если в аптеке ноль хлопотоксин показывает ноль в аптеке, значит его там и нет, и можно не пытаться выпить. Где это стоило? А не прям. Можете выпить? Сейчас в аптеке пока проблема. Хлопотоксин, если я выпишу на 2 килограмма. Да. Можете купить? Я не знаю, сколько. А что же не выпить? Я смогу купить. Ну, потому что нет, потому что. Ну, что? Где? А где у тебя есть его это? Ну, я смогу купить. У меня есть. Ну, я сейчас, мы вас сейчас выпишем по справочнику. Лена, исправить или не исправить? Надо разотвердить рецепт. Ну, пару килограмм на одежде 78. Да, я сидел. Подожди. Так, здесь у нас будет 93. Ну и к это, к ростомеру.
Так, минус ботинок, еще, наверное, плюс и 5 минус. Хорошо. Значит, ну, я не знаю, 170. Больше. 180 тогда. Так, 178 где-то. Да. Перебежишь на 501-й, да тут ничего страшного. А, тогда должно быть. Сегодня просто утром был, нужно будет. Ну, подождите, пока мы заняты. Опа, ЭКГ нет? ЭКГ не пущено. ЭКГ на ЭКГ ходил? Сердце снимали? Ну, вряд ли. Что-то мы его несколько раз пытались записывать. А ты что-то все не ходил, не ходил, да, я помню. Да. На флюорографию не ходил. Я на флюорографию ходил. Видно сердечко, по-моему. Ну что, сейчас по базе проверим? Флюорографию я сдавал точно. Да, флюорография есть, я бы сказала. Вот это, что-то я не вижу. Так, хлорпротоксин и флоксидин принимаешь? Да. А тут все назепам, я ему выписываю, что хлорпротоксин и назепам. Флоксидин должен быть. Ты назепам не пишу? Так, ну флуоксетин, я ему все равно пишу тогда по девочку. На типа мне написано, есть еще у тебя физика? Немного. Ты последний раз когда в сентябре написывал? 7 сентября, да, сентябрь? Да. Октябрь. Ну, смотри, феназепам тебе, видимо, пожаловался, что сон был плохой, тебе феназепам добавили. Но феназепам каждый день пить нельзя. Он пропивается курсом, и потом с него уходим. Да. Не выписываем. Нет, не выписываем. Хлорпротоксин и флуоксетин. Это вернешься на свой антидепрессант, как и было раньше. Да, флуоксетин. Там нужно родили, да не нельзя, скажем. Номер сколько вот 60 пишу. По одной таблетке тебе привяжем. Да, 60 выписывали. 60. Смотри, еще дали реактив, можно проверить уровень гормонов в крови пролактина. Пойдешь кровь сдавать из вены? Да. Все хорошо, тогда дадим направление. Это надо будет также с утра как-нибудь прийти с 8 до 8.30 в то крыло, где кровь из вены сдавали на общий анализ. Помнишь, да? Ну да, я этаж. В психушку ходил. Ну здесь. Ну да. А для чего гормоны?
А лекарства, кто принимает наши, иногда бывает, это уровень гормона меняется. Например, там могут быть гормональные нарушения другие, то, что мы... И вес может расти. Может вес расти, падать с половыми функциями, так скажем, нюансы могут быть определенные. Но самое плохое, что если сильно высокий уровень пролактина, могут опухоли появляться. Поэтому начали сейчас контролировать. Раньше энергии просто не было, сейчас нам его дали. Поэтому предлагаем. Да, я вспомнила его несколько раз, да, записывали, да, да. Я ему звонила, вот, ну, что-то да. Такое прям, и он у нас никак дойти не может. Сейчас они его не примут, если так вот примут. Они скажи, не могу, они примут, они не откажут. Там сюда. Народа немного. Сейчас пойдете мимо с направлением, зайдите сразу, пока здесь возле поликлиники. Да они там спрашивают, вот время, покажите. Ну, покажи, простите, пожалуйста, но работу не получается работаю, в другое время. Примите, пожалуйста. Они принимают, они не отказывают. Главное, чтобы это было не записано. А так они принимают. Я просто приходил, они проверили, там, месяц назад был записан. Ну, конечно, если ты месяц конечно, назад. Конечно, если месяц назад. А если ты месяц если вперед, там... то тогда тебя примут. А ты вот на послезавтра. Да. Или там, если бы ну, день-два просрочила, ну, месяц. Нет, там, если раньше, мне не примут. А позже принимают. Так, 15, 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
октября 2023. Зайди сегодня. Хорошо? Так, подожди, Ты сейчас не будет? Да, пусть зайдет. Я тебе говорю, вы с ним зайдите, скажите, вот не может он 27. Я знаю, что пеленка. Пеленочку не а там найдете? Не требует пеленки. Не требует? Я заходила, брал полотенце. Ага. Они говорят, ничего не надо. Ну ладно, сейчас сходить сделаю. Кажется, они сегодня не пустят, да? Пустят, они пустят. Они обычно не отказывают. Если вы скажите, что не может он 27-го года. Да, скажите, что работает. Не работает, не может 27-го. Возьмите, но они обычно не отказывают. Тем более сейчас уже вечерок, народу немного там. Смотри, Саш, я тебе на кровь дала, это здесь у нас, на Павлова 3, здесь же. Павлова 3. Только вот смотри, ты к нам зашел в эту сторону, а туда, в то крыло, зайдешь на второй этаж, Леркова там ставит. Да. Саш, смотри, на кровь, ты прям придешь. Это тебе на кардиограмму, вот это вот таблеточки.
Все? Угу.